Всем привет! 10 июля на телеканале НТВ состоится премьера восьмисерийного детектива под названием «Уцелевшие». Майор Кирилл Решетов до сих пор испытывает на себе последствия прошлого, лихих 90-х. Ситуация осложняется, когда коллеги сообщают ему о том, что его бывшая невеста Наталья, которая тоже работала в полиции, была убита. Шокированный этой новостью, Решетов срочно выезжает в Ярославль, где жила Наталья. И прямо на вокзале он узнает, что 15-летняя дочь погибшей оказывается его ребенком, о котором он ничего не знал. Очень скоро Решетов понимает, что это убийство связано с делом Лихова, которое они вместе с Натальей вели 20 лет назад. В те времена банда Лихова и его младшего брата Мартына держала в страхе весь Ярославль. Они убивали людей с особой жестокостью и избегали возмездия. Тогда Решетов сделал все, чтобы наказать преступников. Главаря и большинство его подельников убили во время задержания, а Мартына посадили в тюрьму, где он впоследствии умер. Если бандитов нет в живых, то кто и зачем тогда убил Наталью? И намерен ли этот человек продолжать мстить? И какую цель он преследует? Майору Решетову предстоит выяснить правду и постараться не погибнуть самому и сохранить жизнь своей дочери, над которой нависла угроза.